Компания «Заравшан Голден Групп» совместно с Центром по сельскому хозяйству и парниковых дел «Сарасан Япи Техник» построили в Новоиской области в районе Мали современные парники для выращивания помидора методом гидропоника на основе голландских и турецких технологий. Площадь современного парника составляет 3,45 гектаров земли. Стоимость данного проекта составила 2 миллиона 600 тысяч долларов США. То есть 2 миллиона 100 тысяч долларов были кредитованы банком Туронбанк и 500 тысяч долларов были финансированы из личного счета компании. Данное парниковое хозяйство в одном сезоне с каждого гектара насчитывает 250 тонн продовольственного товара и 90% экспортируется за рубеж. Впоследствии открытия такого масштабного производства были созданы 50 рабочих мест.